Добрый день, дорогие ребята! Я рада нашей встрече. Тема нашего урока – звук «э», буква «э». Сегодня вы будете подбирать схемы предложения. Выполните слогозвуковой анализ слов со звуком «э». Напишите слоги и слова со строчной буквой «э». Послушайте загадку и попробуйте ее отгадать. Что за лестница такая? Не забудсней, не хлопот и последнего лентяя. Вверх и вниз она везет. Эскалатор. Произнесите слово, выделяя первый звук. Какой звук мы слышим? Звук «э». Гласный произносится легко. Во время произношения звука рот приоткрылся, губы растянулись. Этот звук можно пропеть или прокричать. Шумов никаких не слышно. Вот доказательство того, что это гласный звук. А теперь поучимся узнавать звук «э» в словах. Для этого представим, что мы отправляемся на экскурсию, а экскурсоводом будет звук «э». Слово «экскурсия» и «экскурсовод» начинаются со звука «э». Вместе с вами на экскурсию в электричке отправятся зверята. Если услышим звук «э» в названии животного, разрешаем посадку в электричку. Нет звука «э» – не разрешаем. Произнесите вслух названия животных и определите наличие звука «э». Медведь. Слышим звук «э» в середине слова. Волк. Звук «э» не слышен. Лев. Слышен звук «э» в середине слова. Лиса. Нет звука «э». Зебра. Слышен звук «э» в середине слова. Олень. Слышен звук «э» в середине слова. Отправимся на экскурсию в страну слов. Там мы узнаем слова, которые начинаются на букву «э». Эйфелева башня – самый узнаваемый символ Парижа, одно из самых высоких сооружений в мире. Звук «э» слышен в начале слова. Страус Эму – одна из немногочисленных птиц, не имеющих способности летать. Эскимо – сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. А теперь пофантазируйте и представьте, на что похожа буква «э». Откройте страницу 104 ваших учебников. Давайте прочитаем стихотворение. Буква «э» – лежащий зонт. Стриж летит за горизонт. Это якорь лег на бок, на сырой морской песок. Эхо, нам ответь скорей, отвечает эхо «эй». Посмотрите на задание 3. Это постер. Как вы думаете, о чем он говорит? Верно, о букве «э». Эдик и Элла предлагают нам изучить букву «э» вместе с ними. Давайте вместе почитаем слова с буквой «э». Эль, эсь, энь, эть. Сэр, мэр, рэп, этаж. Сэм, рэм, экран, экипаж. Элла, эмма,
Эдуард. Эскимо. Молодцы! А теперь давайте прочитаем рассказ про Эдика и Эллу. Это Элла и Эдик. Они живут на втором этаже. У Эдика и Эллы есть книги и игрушки. Книги лежат на этажерке. Игрушки лежат в коробке. Эдик рассказывает Элле про страуса Эмму. Посмотрите внимательно на схемы. Какие предложения из этого текста подходят к ним? Подумайте. А теперь проверяем. Нам подходят первое и третье предложения. К первой схеме подходят предложения. Это Элла и Эдик. Ко второй схеме предложение. У Эдика и Эллы есть книги и игрушки. Откройте свои прописи на страничке 21. В первом задании пропишите строчную букву «Э» по образцу. Во втором задании пропишите слоги «М», «М» и слова «поэт» и «мэр». А еще запишите по образцу предложение. Страус Эмму сделал эскиз. Какие слова в этом предложении начинаются с буквы «э»? Это слова «эмму» и «эскиз». В третьем задании давайте сделаем слогозвуковой разбор слов «эмму» и «эскиз». «Эмму» – два слога. «Эмму» – ударение падает на первый слог. «Э» – какой это звук? Гласный, ударный. Закрасим первую клетку красным цветом. М. Согласный, звонкий, твердый. Закрасим вторую клетку синим цветом. У. Гласный, безударный. Закрасим последнюю клетку красным цветом. Давайте разберем второе слово. Э. Скис. Два слога. Ударение падает на второй слог. Буква «з» на конце слова слышится, как звук «с». «Э» – гласный, безударный, закрасим красным цветом. «С» – согласный, глухой, парный, твердый, закрасим синим цветом. «К» – согласный, глухой, парный. Мягкий. Закрасим зеленым цветом. И. Гласный. Ударный. Закрасим красным цветом. С. Согласный. Глухой. Парный. Твердый. Закрасим синим цветом. В третьем задании раскрасьте картинку так, как вам нравится, и придумайте свой постер. Запишите предложение. Посетите эти места прописными буквами. Обратите внимание на восклицательный знак в конце предложения. Подводим итоги. Сегодня мы познакомились с новой буквой «э». Узнали, что буква «э» обозначает гласный звук «э». Читали слова и предложения с буквой «э». Ребята, если вам было интересно и вы справились со всеми заданиями, нарисуйте смайлику улыбку. Рядом со смайликом шкала трудностей, закрасьте в ней соответствующий кружок. Спасибо за внимание! До новых встреч!